спокойней. Кроме того, что ты теряешь мяч, это ведь еще и в районе своей собственной штрафной происходит. Это всегда чревато опасным моментом. Вандерсон, передача на Смолова, удары 1-0. Вот так вот по центру, сквозь всех этих трех центральных защитников, как будто бы не замечая их, Федор Смолов открывает счет в этой игре, забивая свой 18-й гол в чемпионате. 1-0 в пользу Ростова. Кажется, что очень просто это было сделано. Практически никаких эмоций на лице Сергея Гальского. Но он довольно редко их проявляет, по крайней мере, публично на стадионе. Прекрасно разыгранная комбинация. Разорвана линия обороны. Она здесь зигзагообразную какую-то линию изобразила. Ну и воспользовался Федор Смолов и Вандерсон. Конечно, выдав прекрасную передачу вот этим построением Самары. И далее Федор без промедлений, первым касанием. Здесь, конечно, у Лории шансов никаких не было. 1-0. Краснодар даже не хочется сказать, что дожал соперника. Как-то тут воспользовался позиционной ошибкой.